Вот уже 20 лет в городе Щелково трудятся специалисты одного из самых крупных предприятий Подмосковья и России по производству химических средств защиты растений. Уровень компании «Щелково Агрохим» положительно оценил депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, осмотревший производство в рамках рабочего визита. Воочию видно, как прогрессирует данное предприятие. Оно является действительно точкой роста нашей промышленности и в целом в стране. Это одно из ведущих предприятий не только России, но и Европы. И на этом примере наглядно видно, что мы делаем сами очень многое. В 2017 году мы сделали где-то на 11 миллиардов препаратов. То сейчас у нас здесь в плане 2018 год сделать 16 миллиардов. Значит, если мы делали где-то 15 тысяч тонн, то сейчас мы уже должны уйти за 25 тысяч тонн. То есть, в общем-то, развитие идет, как говорится, хорошими темпами. Депутат совместно с руководством предприятия посетил производственные цеха и складские помещения. На Щелково Агрохим с нуля создаются одни из самых популярных средств химической защиты растений, применяемые не только в отечественном сельском хозяйстве, но и за рубежом. В данный момент на предприятии трудится более 900 сотрудников. Владимир Шапкин пообщался с работниками завода, ответив на их вопросы. Я думаю, что эта встреча была полезная. Значит, Владимир Николаевич рассказал о той работе, которая проделывается как областной думой, и он как председатель комитета, и какие у нас совместные взаимодействия, вся его помощь, которую он оказывает нам как промышленному предприятию. Также депутат отметил, что предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков области, дает существенный импульс для роста экономики, средства которой затем направляются на развитие социальной сферы. Александра Гранич, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».